Всем привет! Баба Вера опять с вами. Ребята, вот сегодня я покажу клип тот, что меня зацепил. Это никто мне не советовал, я сама увидела, я с таким восхищением уже его посмотрела, и сейчас буду второй раз с вами пересматривать его. Но мне очень понравилось, я с удовольствием пересматривая такое, вот знаете... Решила все-таки вам, вот настолько восхитила, что решила вам показать. Flyboard. Знаете, что такое? Вот и я узнала. Так что, поехали. Видите? О, вау! Давай там, где ты. Если солнце свет оставляет в небе след, значит позади расстояние. Если свет луны греет струны тишины, значит впереди расставание. Ребята, мне очень-очень круто, очень красиво. Попробуйте держать баланс вот так вот. Самому держать такой вот баланс и танцевать такой танец, да, тут еще и вдвоем. Это вообще фантастика. Действительно, в сказке, в раю, рай там, где ты. Вот действительно рай, красота. Это просто потрясающе. Мне очень понравилось. Нет предела человеческим возможностям. Представляете? Завораживает, смотришь, не можешь взгляд оторвать. Вот, вот все такое. И...
И песня так подобрана, песня, исполнитель, молодцы, меня вот все в куче, я прямо столько получилось эмоций, столько, ну как чудеса в жизни бывают, вот я точно в раю побывала, в сказке побывала, сколько мужества, силы у этих молодых людей, попробуйте вот так, ведь тяжело самому удержаться, а тут он еще вдвоем с девушкой, и тут танцуют, тут, да я... От восторга я первый раз, это еще меньше, а первый раз я смотрела, я по привычке уже втянулась в реакции эти, я уже смотрю даже любые ролики, если смотрю, я показываю реакцию по полной. Кому-то нравится, кому-то не нравится, а вот порядок, как два ангела, классно, парят они так вот. Я тоже, вы видели, я носилась вокруг них, там, летала вместе с ними, классно. Ребята, здоровья, счастья вам. И исполнителю песня мне очень зашла, классно. Рай, там где ты. Вот действительно так. Так что пока-пока. До новых встреч. Баба Вера, 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 баба.